Это двор дома номер 75 по улице Воровского. 18 января мы здесь снимали сюжет и рассказывали вам о деревьях, которые вот-вот могли упасть. Сам дома от этого уже давно склонившегося дерева совсем нехорошо. Они боятся и сами проходить возле него, да и за детишек переживают, ведь неподалеку детский сад. Не боитесь ли выходить здесь? А я вообще боюсь всего. Упадет, конечно, или на человека, или на машину, и раздавит. Сегодня мы снова вернулись в этот двор, чтобы рассказать вам уже радостную новость. Деревья срубили. Теперь жильцам не нужно бояться ни за свою жизнь, ни за жизнь своих автомобилей. Скажите, рады ли вы? Очень рады, потому что они к земле склонялись прямо. Просили их срубить давно, но не слушали. А когда уже все, предел пришел, их пришли и убрали. Единственное, то, что их не вывезли, вот и все. Помните, здесь были деревья, которые низко-низко склонялись? Да. Вот сейчас их наконец-таки срубили. Рады ли вы этому? Я этим сам занимаюсь. Вы срубали? Нет, я в домоуправлении работаю. Как оцениваете работу? Увезут, нормально, что? Спилили-то хорошо? Нормально, спилили хорошо. Ну, конечно, лучше свобода, потому что они действительно старые, давно уже посажены. Так что правильно, я думаю, сделали. Просторно и хорошо, на самом деле. А что жалеть? Новое надо посадить. Вот. Собраться с жильцами и все. Это здорово, это очень-очень хорошо. Надеемся, что оставшиеся ветки управляющая компания за собой приберет, и жильцы дома номер 75 по улице Воровского смогут спокойно гулять в своем дворе. Оксана Стяжкина, специально для программы «Вятка Тудей».